Ну и сегодня, опять же, 11 июля 2022 года. Мой последний магазин, в который мы пошли, это был магазин, вот я вам покажу, Netto. Сделали совсем немножечко уже, ну, как бы не хватает, то, что не хватало, нам докупились на 46,36. Сразу расскажу, что мы купили, покажу. Ну, на мой взгляд, Netto магазин недорогой. И, в общем-то, ну, во-первых, мы купили белого вина 10 литров и вина, вот он купила... розового. Розовая последняя уже была 10 литров. Это была сегодня скидка. И это вино нам 10 литров обошлось. Одна розовая 11,25 и белая 11,25. Розовая, ну вот он сейчас его как бы пьет, это розовое. Его можно, как мне уже посоветовала одна из моих, как говорится, уважаемых и дорогих подписчиц, что можно его и с водичкой разбавлять, что в принципе я и делаю. Оно очень хорошо такое холодненькое и идет. Так что большое ей спасибо за совет. Это я себе так вот розовое вино разбавляю. Сейчас как водичку его и пью, вот там даже больше, чем наполовину его разбавляю, так здорово, пить потом не хочется. Ну ладно, побыстрее покажу вам, потому что у меня замороженные продукты есть. Купила я, видите, еще вот такого мороженого. Смотрите, это мороженое ром с изюмом. Сколько граммов-то такие вот баночки? Наверное, 500 миллилитров, мне кажется. 100 миллилитров, 1000 миллилитров, 510 грамм. Вот такие баночки, видите, с ромом. Вторую карамель, соленую карамель, я ее люблю. Что сейчас все-таки лето, нужно это есть. И кофейное вот такое, оно с шоколадными еще такими штучками там, кофейными какими-то. Ну, типа зернышки, ну, конечно, не зернышко, а классическое написано. Короче говоря, вот карамель стоит евро 78, недорого, на мой взгляд. Потом кофе евро 70 стоит. И с ромом евро 88 я заплатила. Вот так вот. Потом купила вот такой... для, знаете, обезжиривания вот такое вот средство, оно очень хорошее, я его переливаю, знаете, вот в такую вот пульверизатором, с пульверизатором переливаю обычно его, ну и обезжирить, когда мою посуду что-нибудь нужно. Тут литр надолго хватает, литр, по-моему, полтора литра хватает надолго, и стоит такая евро 37, на мой взгляд, недорого и очень такое эффективное, вот когда что-то нужно обезжирить, даже иногда бывает на одежду. Ну, что-нибудь капнуло, быстренько обезжирило, и очень хорошо оно и помогает. Вот это средство. Дальше, что я купила? Это, значит, евро 37. Дальше купила мороженый вот такой, видите, перец замороженный, красный, зеленый и желтый. Сколько здесь у меня? 600 грамм. За него я заплатила... за этот перец я заплатила евро 82. Надолго хватит. Буду им, как говорится, хорошо его добавляю. Ну, готовлю вот что-нибудь с ним, люблю. Шампиньоны килограмм купила, шампиньонов мороженых. Евро 87. Вот такой. Значит, быстренько уберу. Килограмм. И вот такой рековер. Это как же у нас по-русски-то? Фасоль. Вот такого цвета фасоль, видите. Тоже килограмм. За эту фасоль я заплатила 2,05 евро. Вот. Яйца, смотрите, 30 яиц свеженьких. Свежие яйца заплатила 3,85 в этом магазине. Они, на мой взгляд, они не такие дорогие. Сервелат, ну, может, куда-нибудь салат, или я даже не знаю куда. Сервелат 2,09, там подороже. Рыба, как обычно, треска. Марью, видите. 400 грамм соленая, это опять мы ее любим. Я ее купила 5 евро 45, потихонечку все дорожает. Вот. Ну вот и все. Вот такая у меня, такой обзор покупочек сегодняшних. Магазин Netto на 46,36. Надо посчитать, сколько всего мы и затратили. Что-то я не посчитала. Ну, в общем-то, на сегодняшний день сосчитаю. Видео вечернее буду делать. И, наверное, вам и расскажу. Ну, ладно, спасибо вам большое за внимание. Все у меня чем-то занимаются. Жара такая стоит, господи. Вот вечером постараюсь все-таки, ну, хоть ненадолго с вами поговорить. До вечера. Пока-пока. Спасибо за внимание. Ну, всех вас люблю, целую, обнимаю.